Краткое содержание сказки Афанасьева Александра Николаевича «Гуси-лебеди». Жили-были мужик да баба, и были у них дочка и маленький сыночек. Утром отправились они на работу и строго наказали старшей дочери не выходить со двора и следить за братцем. Когда родители ушли, девочка посадила брата на травку, а сама принялась играть. Она так заигралась, что совсем забыла о своих обязанностях. А в этот миг прилетели гуси-лебеди и унесли с собой маленького мальчика. Вернулась девочка, а братца нигде не видать. Она принялась искать его, звать, но никто не отвечал ей. Посмотрела девочка на небо и увидела гусей, которые вскоре исчезли за темным лесом. Поняла она, что это злые гуси-лебеди унесли ее брата. Бросилась девочка в погоню. На пути повстречалась ей печка, которая предложила съесть ржаной пирожок. Но девочка отказалась и побежала дальше. Яблоня предложила ей полакомиться лесным яблочком, но девочка лишь отмахнулась и побежала дальше. Впереди показалась молочная речка с кисельными берегами. Увидев девочку, она предложила ей выпить молочко, но та отказалась. Ежик подсказал девочке, как добраться до хижины Бабы-Яги. Там она увидела братца, схватила его и бросилась назад. Беглецов заметили гуси-лебеди, которые кинулись в погоню. Добежали брат с сестрой к речке и попросили спрятать их от злых гусей. Девочка съела молочный кисель, и речка спрятала детей. Побежали дальше, вот-вот гуси-лебеди их настигнут. Девочка съела яблочко, и добрая лесная яблоня укрыла их своими ветвями. Помогла им печка после того, как девочка съела ее пирожок. Сестра с младшим братцем благополучно добрались домой, а тут и родители их возвратились.